Сборная Алтайского края примет участие в чемпионате России по ловле рыбы на мормышку. Ну а после двое именитых барнаульских рыболовов в составе сборной России отправятся на чемпионат мира в Латвию. Большая часть экипировки российской команды барнаульского производства. Барнаульские спортсмены-рыболовы всегда выделяются среди участников соревнований. Да и как тут перепутаешь? Много лет наша сборная выступает на всех чемпионатах в одинаковых костюмах барнаульского бренда. Уникальное производство специальной одежды для рыболовов и охотников в краевой столице существует уже 17 лет. Применяя в производстве нанотехнологии и ткани, в результате они добились высококачественного продукта по приемлемой цене, на сегодняшний день равного которому на российском рынке нет. В 2013 году мы побывали на выставке в Китае, где познакомились с современными технологиями производства мембранных тканей, которые как раз используются в пошиве данного типа одежды. Ну, попробовали сшить. Если посмотреть передачи про рыбалку, охоту, экстремальные виды спорта, то можно увидеть много людей, которые одеты в такие костюмы. Мембранные ткани и утеплитель водонепроницаемые. При этом они обладают хорошей терморегуляцией. Все швы на куртках и комбинезоне проклеивают специальной лентой, чтобы они не пропускали влагу. В цехе трудятся 15 человек. Здесь отшивают одежду для взрослых и детей. Сейчас предприятие получило спецзаказ. 12 костюмов для сборной России по рыбной ловле. Сроки поджимают. Буквально через 2 недели в Латвии состоится чемпионат мира по ловле рыбы на мормышку. И сборная России будет представляться спортсменами, которые будут экипированы вот в такие вот костюмы, произведенные, между прочим, в Барнауле. Сейчас мы с вами посмотрим, действительно ли они водонепроницаемые и такие замечательные. Можно! Можно подпрыгнуть. Я сухая. Кроме формы в едином стиле, у наших спортсменов будет специнвентарь. Вот такие ледобуры. Каждому спортсмену бур подбирают индивидуально. Количество витков, длина и вес – все здесь имеет значение. Кроме того, в комплекте прилагается пара ножей, тоже местного производства. От импортных аналогов они отличаются тем, что их можно наточить даже на коленке, говорят опытные рыболовы. Да и по цене наши дешевле – почти в 10 раз. Наши ледобуры прошли такой длинный путь тестирования, именно тестирования практиками, рыболовыми любителями, рыболовыми спортсменами, что конечный продукт, он по сути стал уже совершенен. И могу с гордостью сказать, что где-то 80% населения России работает с нашими ледобурами. Костюмы и ледобуры уже во вторник доставят именитым рыболовам, членам сборной страны. Остается пожелать нашей сборной победы в предстоящих мировых соревнованиях. Антонина Поздеева, Александр Морозов. Новости.